я отвечу. Александр спрашивает у меня, что так приседаете перед этой группой? Спрашивает Оля. Ну, я, честно говоря, приседаю перед каждой группой, потому что для того, чтобы сесть в кресло ведущего, необходимо присесть, знаете. Не хочешь, не хочешь. Просто вот стоя не могу я вести передачу, вот. С одной стороны. А с другой, если серьезно отвечать на этот вопрос, то не при гостях наших будет кам, но дело в том, что ощущение есть у меня, что в нашей музыке, в которой существует некоторый застой, группа «Отец Василий and the Curtains» совершенно спокойно может сказать некоторые новые слова. Вот и все. Вот все, у меня такое ощущение эфира. Вот, значит. Ладно, все, поехали. Песенка, которую я хочу спеть, это то ли про...